Say the words. It's debate day in America. Пол шестого утра по Москве отгремели такие дебаты, которых многие ждали. Хотя, судя по комментариям самих американцев, ждали их не столько для того, чтобы посмотреть на битву, так сказать, двух титанов, а в основном, чтобы поржать. We just watched what you watched. We just witnessed a debate between President Joseph Robinette Biden versus former President Donald Robinette Trump. It was a highly anticipated affair, according to the network that was running it. Дебаты шли в эфире CNN, в том числе и на их YouTube-канале. За 8 часов там их посмотрели почти 9 миллионов человек. Правда, CNN от греха подальше закрыла комменты. А YouTube уже давно спрятал дизлайки. Но от меня ничего не скроешь. Благодаря специальному плагину мы видим, что под дебатами 86 тысяч дизлайков. Это за 8 часов-то. Это очень много. Особенно учитывая, что лайков всего-то 108 тысяч. He doesn't care about our veterans. He doesn't like the military at all. Probably the worst administration in history. The worst presidency in the history of our country. This shouldn't be a debate. He is the worst president. He challenged me to a golf match. He can't hit a ball 50 yards. Кстати, словосочетание «худший президент» звучало рекордно часто на этих дебатах, причем и в ту, и в другую сторону. Но что же обо всем этом думают обычные граждане, так сказать, простые американцы, которым уже через несколько месяцев нужно будет выбирать? Как я говорил, CNN комменты закрыла, но трансляция лежит еще и на Wall Street Journal, и там все открыто. Один из самых залайканных комментов, вот он. Кто еще сразу зашел в комментарии? And the fact of the matter is, he isn't. What he's telling you is simply not true. Самый популярный коммент 20 тысяч лайков звучит следующим образом. Это было грубо. Байдена нужно поместить в дом престарелых. А вот еще забавный коммент, как мне кажется, очень точный. Такое ощущение, будто я смотрел серию из Южного парка. Действительно, там была очень похожая серия про дебаты. Welcome to the cable access televised debate between a giant douche and a turd sandwich. Если судить по комментам под Wall Street Journal, то зрители отдают безоговорочную победу Трампу в этих дебатах. Вот еще, например, два очень популярных коммента. Если бы Байден был моим дедушкой, мы бы отобрали у него ключи много лет назад. И второй. Самое большое оружие Трампа в этой избирательной кампании – позволить Байдену говорить как можно больше. The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Ну, а я, пожалуй, соглашусь с мнением по поводу этих дебатов с Илоном Маском. Он написал, что на них победили мемы. И их действительно уже десятки, а в итоге явно будут тысячи. И уже есть весьма удачные. Wake up! We're fighting. Where am I? Let me just say, after watching tonight's debate, both of these men should be using performance-enhancing drugs. I'm sorry. Both.